Высочайшую прочность здания обеспечивают две защитные оболочки – внутренняя и наружная. Внутренняя оболочка выполнена из предварительно напряженного бетона со стальной облицовкой внутренней поверхности. Внутри нее с большим напряжением натянуты металлические тросы. Это придает дополнительную устойчивость конструкции. Наружная оболочка, окружающая внутреннюю, представляет собой цилиндрическую конструкцию из железобетона с полусферическим куполом. Ее задача – быть надежным защитным экраном от внешних воздействий.